Всем привет! Мы находимся в Петербурге и коротко о погоде. Сегодня минус один, плюс два. Мороз, так сказать. Скоро зима. Я вот одел уже теплые ботинки, теплые перчатки, шапку. В ней, правда, ничего не слышно, но это не важно. Самое главное, я хочу предупредить вас. Зима ведь, гололед. Переодевайте не только себя, но и свою машинку. Ей тоже холодно, она тоже мерзнет. Всем пока!